Так, ну все, поиграл на синтезаторе. Киря, лишний меч, который не вместились, сжег. Все. Кто там ломится? Надо сразу надеть рюкзак. Смотри, что мама. Убери, не направляй на меня. Смотрите мне, мама, какую игрушку, это игрушка. Какая нахер игрушка? Дай игрушку. Подожди, отдай. Дай я посмотрю. Отдай. Подожди-ка. Отдай. Ой, на, забирай. Дай. Что, даже пострелять нельзя? Забирай. Моя любимая. Из-за тебя теперь во мне пушка. Пойдем. Мне тоже только есть оружие, только слабое. Я тогда тоже им могу стрелять. Ах ты. Дебил. Ты меня сейчас убьешь, так. Короче, хватит популякаться своим. Против меня лучше не драться. У меня есть тут такая штучка, Кия. Вот такая. Очень опасная. Дай. Вот это я лучше заберу. Лучше заберу. А у меня есть стак таких. Да вообще похер. Сломать надо. Ты еще бомбанет. Ломай его! Кири! Дебил. У меня же был бурятик. Ой. И нахуя ты меня сдох? Потому что ты дебил. Давай, ты поехали ко мне. Смотри, у меня из одной стачка. Чё ты хрен тебе стоит? Это мой мотик, да? Еще его выкинул. Ну, давай, забирай его из моего двора. Едет что-то. Потому что бензина нету. Тем более у тебя ключа нету. Да, ключ. Давай. Бензина нет, ключа, надо вытащить. А что у меня не заводится тачка-то? Потому что ты не заправил. Ты, блядь, нажми вот ключом. Нажимаю. Ну, что там выбирать. Я тебе чем смог, тем помог. На какую кнопку заряжать? Правый, нажимай правый. Слезь ты с этой... Вот, правый ключом. Нажимаешь ключом. Вот так, нажимаешь и все. И не заводится, да? Окей. Лок. Ну все. Садись, вставляй ключ. Куда тебе его вставлять? Вот сюда вставлять или куда? Не знаю, короче. Забагался. Ты даже машину завести не можешь. Как заправить-то ее? Действительно, как? А как? Ты не знаешь, как мотоциклы заправляются? Знаю, только не знаю, как. А, вот! Да как? Короче, я до школы поехал. Все равно не едет. Может, ключом надо? Ты тут сам разбирайся. Нет. Ладно, помогу тебе. Чу тебя там. Давай. Дай мне свой ключ. Иди, подбирай его. Ты его так сломаешь. Дай мне свой ключ. Ты его заправил? Да. По-моему. Заправляем.
стреляйся. Я солнце пытаюсь. На какую кнопку перезарядить? Вот езди. А на какую кнопку перезарядить? На букву Е. Русскую. Русская буква Е. И у меня чат открывается. Ой, К, то есть. Короче, я еду. Чё? Я уже сдал. Чего ты знаешь? Я вот 7 месяцев назад получил. Ой. Короче, я вот 7 месяцев назад записался на автошколу и научился водить. Ну, конечно, по мне это не похоже. Еще у нас оружие начали продавать. Я себе купил тут несколько стволов. Блин, это тоже выкинуть. Пистолет даже, блядь, перезаряди. Бить. Фига не перезаряжу. Но... А для этого обоймы-то нужны? Не знаю. Так что. Ну, наверное, да. Сами спорим. Так, что тут? Стойте, опасная зона, ведутся работы. О, что, спортзал строишь, что ли? Не знаю, ну там вроде похоже на спортзал. Так, оружие прячем. О, а патроны сколько для пистолета? Зачем? Только я не могу его перезарядить. Да, блядь, почему ты его перезарядить-то не можешь? Ты ветерком шуком. Ладно. А вот и врёшь-то. Юля, точно, моими будут. Как? Зачем не в КС-ку-то? А, вот перезарядил ты это. Хлеба у меня нету. Если это они. Я это вообще здесь нужно вообще ядерными градаторами. Я не знаю, что это такое. Забирай. Пошли лучше. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте, Пися Андреевна. Блядь. Я вам тут подарочек принес. Так. Привет. Андрей Викторович. Так, у нас сегодня урок. Какие у нас есть игрушки? Можно я? Можно я? Так, Кирилл идет к доске. Можно я? У меня есть вот такие оружия. Ой, ты чё? Вот. Чё, блин, больно? Дальше есть вот такие. Вот, смотрите в окно. Вот так берем, ставим. О! Конечно, Кира, где мои бомбы? Можно утонуть. Ема! Это как? А, помоги! А почему меня к доске? Меня к доске. Дальше, что у меня есть? У меня есть вот такие таблетки. Если их сожрать, то могут дать несколько таких эффектов. Дальше, Андрей Викторович, смотрите. Ай, ты дебил. Я тебя сейчас выстрелю, шлёпу прострелю. Есть такой ножик. Конечно, вас я не могу им зарезать. Но остальных я перебить. Ой. Ну, полежите, отдохните немножко. Можно меня к доске, пожалуйста? О, пока лежит, отдыхает. О, будешь? На. Да-да-да, и...
Ладно, дальше. Чё мешаешь? Долбоёб. На, возьми. Из-за тебя мне много нарезок надо делать. Да, и... Больно. Сбил. Не надо меня бить. О, да, видимо, ходит в доске. Ура! У меня есть такая игрушка. Такая игрушка. Все, иди 5. Я не про все игрушки рассказал. Да мне еще насрать. Так. Чё сказал? Да блин, не в того стреляю, как... Я обиделся. Все, пошли вы, я в туалет. Дурак. Извините, это игрушки, вы отдохнете, вам просто сознание потеряете. Ой, мать. Почему меня с никто ненавидит игрушки? Давай лучше уберем игрушки. Давай. Я пошу. Что с моей женой стало? А, покажи на свои игрушки на этом. На своих одноклассников. Окей. Смотрите, я могу вот так вот стрелять. Дальше. А! Ты что за хрень? Ну дальше. Вот могу пострелять в бывшую льва. Дальше. В тебя. И в тебя. Кирилл, ты не стреляй в меня. Бля! Чё ты трогаешь? Ты заебал, блядь. Не трогай мою жену. Так можно, потом дальше вот так. Можно я покажу на вас? Вот так вот можно. Вы с тобой весь класс раскидали. Чё с тобой случилось вообще? Чё? Ничего со мной не хутилось. А ещё должно было быть. Чё ты на Чё ты смотришь? Чё пей? Ладно, идите, и вы получили хорошее... Что это за штучка? Какая, блядь... Ой, блин, штучка. Что будет, если назвать вот так вот? Тик-тик. Ты где? Дебил! А что это за штучка? Сломать? Мы попали в... Свалим в Киеве! Пошли домой, я тебе дам в компьютер поиграть. Компьютер? Да, пошли. Компьютер! Садись мне компьютер. В машину. А как с ним разговаривать? Чего не... Садись! Нет. Что? Как поехать на моём байке? Ехать! Можешь, как хочешь, я поехал. Подожди! Жопу этого мелкого. Сука! На мопеде хочет поехать. Он же не умеет. Умею! Сингл. Не, ну красивая у меня машина. Так.
пойду записывать ролик. Ехай! Всем привет! И сегодня у меня будет обзор на мой рюкзак. Да, вот я его поставлю. Так, что у меня в рюкзаке? Самое первое, верстак. Ну, это все. Тут у меня дальше саженец, березы. Ну, это розовый тюльпан. Потом белый тюльпан, паутина, гриб. Усовершенствованный боевой шлем. И пистолет. Это вдруг на меня кто-нибудь нападет, а мне... На-на-на-на-на-на-на, я сдох он. Так. А, страшно! Дальше вы видите, все у меня там лежит. Кирилл, дальше я буду страшно записывать вам рум-тур. Кто-то орёт. Рум-тур. Кирилл, страшно! Так. Короче, у меня тут есть такой конфетный автомат. Дальше у меня есть пирог. Кирилл, страшно, Кирилл! Я его не хочу жрать. Дальше у меня есть бабушка. Кирилл, как остановиться? Блядь, кто там гоняет? Как дебил! А! Моя машинка! Мелкий, ты чё? Я не могу поехать на своем байке. Ура! Пока я... Ты сейчас тут все разгромишь, куда? Интересно водить. Как у меня, какой красивый. Свадьбу готовила льву. Но он уже сам сожру потом. Торт? Приготовил. Какой торт? Нет торта никакого. Где-то этот мелкий бегает. Дурак! Быстрее! Как у меня тут будет? А, я в комнату. Зайди в комнату. Понимаю. Я побежали. Вот поиграй на синтезаторе. О, синтезатор? Да, вот он, синтезатор. Можешь потыкать на кнопки и... Я тебе подарок принес. Какой? На! Что это? Так, я не понял. Теперь мы с тобой лучше попрыгаем. Я поехал, вух. Могу даже на крышу забраться. Помоги поехать, пожалуйста. Видимо, это опасно. А я понял. Я на заднее кресло садился. Я уже так понял. Просто тебе не говорил. Капулькой! С капулькой! Ты чё он там? Ты чё тут катайся на своем мопеде? Уж давай ехай! Поеду что ли в магнит? Или он открылся или нет? Подожди! Я такой взрослый! Ай! Я настолько взрослый, я могу спереди ехать! Тут и зада-то нету. Есть. Сейчас пойдем тебе чупа-чупса купим.
И я остановился, и лев остановился. Коля еще не остановился, но Витька уже им успел встать. Остановись! Зачем? Далее. На магнита мы еще не доехали. Остановись, пожалуйста. Ну сейчас, подожди, нам чуть-чуть осталось доехать. Дебил. Стой! А, магнит же вроде открытый, но там нету продавцов, да, магнит? Есть! Я помогал! Посрался. Так, а, ну да, тут нет продавца. Тогда просто поехали. Слышали, продавец! Продавца нету, поехали домой. А как я? Как я? Как я? Стой! Я сел. Права я сдавал очень плохо. Я поехал, Ка. Ты стал ребенком на 24 часа. Так. Посмотрим одежду. Что там? Где Милки-то? Тьмо, какой красивый закат. Надо быстрее успеть. Кивилу. Кивилу. Кивилу, короче. Скоро ночь! Ночь! И тут ненавижу ночь. Так быстро день пролетел, вообще обосраться. А мне еще видео записывать уже. Как, можно сказать, 6 дней нету видео, а мелкого нету. То есть Вити нету. Ой, друг, блин. Какой красивый мир. Привет. Пришел. Уже темнеется. Утром ты уже нормальным станешь. Пойдем покатаемся. Мою. Слезь, ты на своей, я на своей. Нечего делать, мне бензин, я не хочу бензин жрать, он дорогой и так. Чё ты встал, ехай. Ой. Только не заходи в туалет! Да делать мне нечего. Ой, наконец-то прокакался. Сейчас давай посмотрим на закат. Давай, ой, ай, 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 ой. Витя, стань нормальным, а? Утром ты уже станешь нормальным. Ой. Ой-ой, сейчас со мной плохо. Иди спать. А, плохо. Ой, о, полегчало. Эй, ты спи, я пойду что-нибудь поделаю. Надо идти и
и искать себе одежду. Ой! Ладно. Сейчас пойду пожру хлопьям. Пойду с вами. Кирилл, привет! Ну, уже все у тебя. Ну, значит, есть прогресс. Утром ты уже станешь нормальным. Ой, все равно как-то узко. Пошли, пошли спать с утром. Ой, 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 больно. Ой. Кирилл! Проснись! Проснись! Мелкий, отстань! Заколебал! Какой я? Ты что, дурак? Я не мелкий! Заколебал! Ты кем меня назвал? Я не мелкий! Что, разборок, что ли, хочешь? Я не понял, ты же мелкий был! Все понятно. Что ты делаешь? Ты был мелкий вчера, правда? Пойдем в школу. Дурак. Ай. Суббота. Какая школа? Все, иди домой, я спать пойду. Иди ладно, домой. Подожди, я кое-что заберу. Блять. Бензо нету в машине. Это что? Дурак, что? Пустой. Кири, бенз есть. Нету, все. Не ври. Иди возьми в тумбочке, вот. Вот в этой тумбочке, ой, нет, не вот. Вот в этой тумбочке возьми, хотя, вот, пофиг. Все, иди, а я спать пойду. Бесит. Ладно, буду спать.